Друзья, всем привет! В данном ролике прогуляемся по северу Ладожского озера, высадимся на остров Тимон-Сари и попробуем прогуляться на озеро, которое находится на самом острове. Вот это озеро, но оно называется Ниватлампи. И посмотрим, что это озеро из себя представляет. Друзья, напоминаю, что лодки «Флагман» вы можете купить с моей скидкой. Чтобы получить скидку, нужно связаться со мной по электронной почте, либо по телефону, который я оставлю в закрепленном комментарии. Я хочу прогуляться вот до этого озера и вообще посмотреть, что оно из себя представляет. Показывает где-то 500 метров по лесу. Давайте сейчас пройдем и посмотрим, что там за озеро. Мне очень интересно. Вот это вот огромный остров Тимон-Сари. Остров Тимон-Сари, вот там вот озеро внутри. Сейчас мы туда прогуляемся и посмотрим. Интересно. Так, давайте смотреть. Навигатор говорит, что идти мне где-то метров 500. Здесь есть, конечно, тропа. Возможно, она идет к этому озеру. Но неизвестно. Эх, ладожские шхеры. Так, вон там где-то в этой чаще находится заветное озеро. Я посмотрю, если туда можно пойти с удочкой. Попробую, может быть, там половить. Так, вот это навигатор показывает, что вот это речка. Ну, когда-то весной она разливается, превращается в речку. Вот, сейчас это как бы просто заросший участок леса. Давайте пойдем по тропе. Наверняка кто-то ходил туда до меня. Да, вот это типа речки. Типа речки, которая идет к озеру. Даже, смотрю, тропа есть. В принципе, я думаю, что не я один такой экстремал. Я думаю, тут люди ходят к этому озеру. О, речка-то идет. Вот она, речушка. Я думал, она пересохла, она есть. Вот эта лесная речка. Напомню, что я нахожусь на острове. Я нахожусь на острове, и вот здесь такая вот речка течет. Здесь мне явно не пройти. Нужно будет перелезать или перепрыгивать по бревну, скорее всего. Вон тут бобры все сожрали. Так. Оп. Так, здесь идет тропа. Вон какие грибы тут огромные. Идем к заветному озеру. Тут бобры жрут ветки. Так, ну тропа, кстати, прослеживается. Так, 500 метров по пересеченной местности, я скажу. Да вам не хухры-мухры. А вот уже... вот уже мини-озеро. Но это еще не то озеро, которое нам нужно. Эта карта показывает, что это болото. А озеро должно быть дальше. Озеро должно быть дальше. Фу. Так, пахало немножко чернички. Вот это болото мне надо обойти. Озеро должно быть за ним. Примерно. Давайте посмотрим по навигатору. Что нам говорит навигатор? Так, что нам говорит навигатор? Навигатор говорит, что нам надо обойти вот это болото, и озеро находится за ним. Ох, чернички поел. Пошли дальше в лес. Черника, блин, здесь как это самое, как малина. Крупная. Так, карабкаться по пересеченной местности, это вам. Здесь кто-то ходил, вот следы я вижу. Следы я вижу, здесь люди уже ходили. Какая красота. Это, ребят, я на острове. Вот это тоже когда-то было, наверное, озеро, но сейчас это болото. А дальше должно быть озеро. Дальше должно быть озеро. Спускаемся вниз. Так. И идем дальше через лес. Фу. Так, навигатор говорит, что надо брать левее. Поэтому идем левее. Фу.
Вон там огромный белый гриб растет, походу. Добрался я наконец-то до заветного озера. Столько, блядь, шел. Вот оно. Вот оно, заветное озеро. Не знаю, как оно называется. Но я до него добрался. Жалко, у меня нет с собой маленькой лодки. Так бы можно было здесь половить. Сыроежка. Фу, ну что, добрался я наконец-то до этого лесного озера, которое находится прямо. Мы видим. Сейчас я покажу, чтобы не быть голословным. Вот мы видим огромный остров. Остров Тимансари. И посередине острова озеро. Вот это озеро. Пришлось идти через лес. Так, навигатор показывает 500 метров. Но, блин, я так устал по пересеченной местности. Если сюда приплыть на маленькой лодке, здесь рыбы, скорее всего, должно быть просто немерено. Так, а теперь моя задача вернуться обратно. Вот сюда. Вот сюда. Где у меня... Точнее, где у меня находится лодка? Лодка у меня вот здесь. Ну, красивое лесное озеро. Не знаю, какие здесь глубины. Давайте поближе подойдем. Интересно, есть здесь рыба или нет. Мальков не видно. Так красиво, конечно. Красиво. Надеюсь, когда-нибудь приду сюда с лодкой и с удочкой. И половим рыбку с вами. Мне вознаграждение за поход на остров. Прекрасные красные грибочки. Ох, какие! Какие красавцы! Сейчас я их положу куда-нибудь в карман. Вечером мне будет ужин. Я думаю, на вечер мне сегодня грибочков хватит. Пожарить с картошечкой. Как отлично я сходил. Набрал на обратном пути целый букет красных грибов-подосиновиков. Буду сегодня вечером их жарить. Вот вышел к Ладоге. Вышел немножечко правее. Точнее, да, мне надо... Вышел левее, мне надо вот сюда. А вон она, Ладога. Я отсюда уходил на озеро. Отсюда уходил. Надо правее брать. Все понятно. Так. Вышел я не туда. Мне надо вот за эту скалу. Мне надо за эту скалу как-то попасть. Это в обход идти придется. Кобздец, наверх я не залезу. Придется обратно идти. Еще грибов набрал, а скала-то, бляха, как стена. Мне здесь не пройти. Придется идти в обход в обратном направлении. Скала пипец, света белого не видно. Вот моя лодка находится за этой скалой. Вот там вот Ладога. Лодка находится за этой скалой. Мне придется скалу обходить. Я немножко сбился с курса. Ладно, пойдем обходить скалу. Не думаю, что так тяжело будет обратно вернуться. Оказывается. Пипец, скалина. Скалина. Мне сейчас надо туда будет как-то наверх залезть. Потому что мне ее не обойти. Ладно, полезли наверх. А, поиграем в скалолаза чуть-чуть. С грибами, блин. Ладно. Обувь хоть удобная. Так, ладно, вроде я наверх забрался. О, какая красотень. Так. Надо туда идти.
Да, приключение-то получается интересное. Вот я сейчас покажу, где мы находимся. Смотрите, какая красота. Какая лагуна прекрасная. Вот моя прекрасная игла. Флагман ДК-390 игла на Ямахе восьмерочке. Какая лагуна. Какая красота! А вот на это озеро я ходил сейчас туда в лес. Вот на это озеро. Все, всем спасибо за внимание. Кто был со мной в лесу и на озере, ставим лайки, подписываемся на канал. До новых встреч!